цели учения «Запад-2017» достигнуты. Об этом заявил президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами. За маневрами Александр Лукашенко наблюдал со смотровой площадки полигона «Борисовский». Глава государства посетил вспомогательный пункт управления региональной группировки войск Беларуси и России, а также 1-й танковой армии Западного военного округа вооруженных сил России. На полигоне, где отрабатывалось отражение наступления условного противника и проведение контратаки, присутствовало руководство союзного государства, СНГ, ОДКБ, иностранные наблюдатели и дипломаты. Президент выступил перед личным составом и назвал учение «Запад-2017» самым зрелищным и масштабным мероприятием вооруженных сил двух стран. В Беларуси расширен перечень сфер деятельности, где граждане смогут работать без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. Соответствующий указ подписал президент. Легализованные виды экономической деятельности, которые сегодня частники осуществляют в домашних условиях, например, изготовление кулинарных изделий, выполнение различных видов работ. Документ направлен на стимулирование деловой активности и создает дополнительные условия для повышения самозанятости населения. Неделя белорусской кухни в 15-й раз пройдет в Минске. В гастрономической акции примут участие 80 кафе и ресторанов столицы. У каждого повара в блюде своя изюминка, но общая цель – популяризация национальной кухни и развитие культуры питания. Гости смогут отведать 6 блюд белорусской кухни по единой рецептуре и цене, независимо от типа и класса объекта.